Приветище, это Second Cent и наш горячий парень. Огненный, я бы прямо сказал, такой дымящий. Изо всех щелей дымит и огнит. О, дрончик, стой, подожди, на те. Сейчас мы его заберем, но внизу ты посмотри, что у нас там творится. У нас здесь штаб. Штаб, ой, меня запалили. Ну тогда сделаем вот такую вот штуку. Сейчас шандарахнем по ним конкретненько своей супер новой способностью. Надеюсь, я долечу. Долечу туда. Давай, 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 вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Бах! Оу, ее! Вот это я понимаю, вот это роскошно. Внимание, вы выходите в запретную зону. Да пофиг, вообще, я уже вошел. Ой, там кажется, что-то еще интересное. Что, 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 что? Это турелька? Нифига себе. Кажется, я повременил мальца сюда. Давай-ка отходим, отходим. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, меня завалили. Блин, вот это поворот. Пока я бегу на своих двух, я слышу ласковые слова, приятные мне, моему уху. Типа, Делс, ты наша гордость. А меня зовут Делс, если что. То есть народ уже понимает, что я не биотеррорист, я за них. И они так горды за меня прям вообще. В общем, мы добежали до той точки, где я отхватил люля-кебаб. Сейчас попытаюсь заново организовать диверсию здесь, чтобы расшатать вот этот штаб. Главное нам уничтожить вон ту машину. Здесь еще, кстати, нужно граффити нарисовать где-то. Тут прямо вот внизу, возле дезовских солдат. Но опасно туда спускаться. Бомбочки у меня, как в прошлый раз, уже нету. Я ее профукал. Че, я предлагаю зайти с моста. Сейчас одному хэт вырлупим. Опа, не получилось. Он не понимает, откуда это. Короче, что-то не выходит. Все вышло из-под контроля. Найти гранату. Сейчас мы его забираем. Накопим бомбалейлу. Есть. Так, а ты куда он скрылся? Он улетел, что ли? Куда ты, мой пупсик? Мне нужна слава, чтобы зарядить свою бомбочку. Есть. Где-то здесь еще камера. Вон она, сейчас тоже шандарахнем. Отлично. Челики, по одному залетайте сюда наверх, а? Я не хочу в пекло в самое влезать. Вы же мне там ататашки сделаете. А, вот еще есть. О, да вас тут двое. Так, давайте гранатку кину. Бах. Блин, один и тот же. Один и тот же. Отхватил дымовуху и в хэт. Да стой, ты не убегай. Ну подожди, ну почему я за вами должен бегать? Вот. Все, бомбочка зарядилась, бежим. Бежим, 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 бежим. Главное нам шибануть машину дезовскую, которая делает заглушки. А именно автобус, который находится под нами, вот он. Все, погнали. Заряжаемся. Сейчас штабу дезовскому хана настанет. Прямо на него лечу. Вот сюда. Вот так вот. Вот это фейерверк, вот это развлекуха, ребят. Как вам, понравилось? Что здесь у нас? Все, да, вылезло, вылезло, вылезло. Давай ее поднимем. Давай, 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 поднимай. Ой, нет, 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 нет. Не буду рисковать. Стой, челик, подожди. Да я еще тебя тоже заберу. Да куда ты бежишь, что так далеко? Там сейчас еще снайпер меня шбахнет. Вот, успели. Снайперок. Меткий глазок. А, это ракетчик? Нет, тебе нельзя стрелять. Это очень плохо. Нельзя стрелять, говорю. Шандарах. Там еще кто-то зеленый убегает. Это сдался, чувачок. Вот, стой, 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 иди сюда, иди к папке. Красавчик. Сейчас дымовуху вам накидаю. Ловите. Много дымовухи, ребят. Ну, кто-нибудь. Ага, ништяк. Забираем. Сзади меня пуляют. Тебя тоже. Где-то вот здесь вот. Забрали, троих отлично. Убегаем. Тебе вот так по жопе, как проказнику, не казнику. Чувачок, о, как вас там много, давай подорвем вас. Блин, промахнулся. Надо мостик взорвать. О, вот это другое дело. Ха, разрушитель. Стой, 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 стой. Еще вот так вот сейчас сделаем. Бах, снаряды подорвали. Тебе тоже досталось, да? А, его можно было забрать. Капитуляция не принята, к сожалению. Вот этих тоже подорвем сейчас, чуваков. Гранат больше нет, прикинь. Печальчика. Надо гранат набрать. Здесь еще люди, люди. Я хотел подорвать. Сейчас бы хана мне настала. Меня бы возненавидели опять. Вот это подрываем. Нет, не могу подорвать. Где-то здесь еще замок. Вот, 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 вот. Сейчас освободим. Бегите, люди, бегите. Я за вас. А это нафиг сносим. Вот это я понимаю. Это можно сломать? Нет? Можно. Ништяк. Камера где-то сверху. Я какой-то злостный разрушитель. Давай наверх. Сверху все беднее. Оп-оп-оп-оп, я наверху. Еще выше надо. Давай. Ну же. Есть, красавчик.
Ребят, привет. Дымовухи не хните. Дымовуха тоже закончился. Ну, тогда простите, хэт, на тебе. У меня дыма вообще нет. Ёшки-матрёшки. Ребята, тебя заберу сейчас. Дым нужен срочно-срочно дым. Где дым? Есть дым? Дым. Ты где? У хотя бы с одной трубы-то. Дымочечек. И ладно, я знаю, где достать дым. Там внизу куча подгоревших машин подорванных. Вот они. Они-то нам сейчас и помогут. Высасывай. Соси дымуху. Есть. Пополнили запас. Ништяк. О, бамбалина. Готово. Вот это я разрушитель. Ну все, можно, в принципе, уже и обезвредить дезовский штаб. По мне вроде никак никто не долбит. Почти еще чутка, давай. Еее. Ну вот, читай, отжали третью территорию. Красавцы. Пацаны к успеху идут. Как его разворотило, колесики поотлетали. Ну что, штаб, все. Мобильный штаб уничтожен, отлично. Теперь я могу сюда переноситься, и куча миссий побочных появилась. Ребятульки, заходите на огонек. Да, собственно, персона я. Трубодым, или как там меня называли-то. Ну, кстати, можно теперь и граффити спокойно нарисовать, чего бы нет. Давай сделаем, пошалим немножечко. Переворачиваем геймпад, трясем им. О, что-то интересненькое будет. Поехали. Оп-оп-оп. Есть? Давай следующий шаблончик. Ой, потеки. Да. Еще учиться и учиться мне на графиста. Это же какой-то робокоп. Или это дезовский чувачок в обмундировании. Сейчас поймем, что мы рисуем. Походу, последний шаблончик. И, конечно же, оранжевая крашечка нам нужна. М-да. Как в детсаде нарисовал. Куча потеков. Ужас какой. Ай да Делсин, ай да сукин сын. Ха-ха. Ха. Ну, прикольно вышло, кстати. О! Ты чё, пришел на мою граффити посмотреть? Нате, нате. По жопе. Ну давай, ладно, сейчас. Куда ты побежал, Секунд. Секунд. Стоять. Блин, ну его ж можно было капитулировать, но не получилось. Стоять. Вот не надо вот эти вот штуки ваши прикольные приемчики делать. На, дымовуху. Давай. Здесь собираем. Все, мы накопили на супербомбу. Я ее пока не буду использовать. Оставлю на нужные, важные переговоры с дезами. Все, теперь нам нужно осколки собрать, их здесь навалом, и прокачать новые какие-нибудь способности. Они у меня есть, поскольку у меня теперь третий уровень стража. У меня там открылось кое-что, сейчас тебе покажу. Ребят, что вы на них смотрите? А, вы их фоткаете? Такие с соком, с кока-колой там бегают, фоткаются с ними, смотрят на них. Правильно, правильно, потом в интернет заливайте. Не рассказывайте обо мне хорошие всякие вещи. Типа, я красавчик, я молодец. Где же там это? А, вон он, сверху. Сверху осколочек. И где-то еще есть парочку. Вон там. Забираем. И летает дрон еще. Пойдем его тоже заберем. Дрончик. Давай с машины попробуем. Взлет. Сюда. Давай, давай, давай. Попаркурим по крышам. Блин, дрон-то куда-то прям конкретно улетел. Нифига себе. Дрон, подожди. Нифига себе, он круга наворачивает. Сейчас смотри, как я его сделаю. Промахнулся. Ну ладно. Есть, сбил. У меня как-то получается на лету иногда дронов сбивать. Это так эпично выглядит. Ну, не каждый раз выходит. Что, давай посмотрим, что нам тут нужно сделать. Так, значит, есть пару заданий. Сейчас мы их сделаем. Две камеры. Надо уничтожить. Пойдем с камер начнем и с телефонного разговора. Вот на камеры number one. Надеюсь, камера была дорогая. Конечно, дорогая. Очень дорогая. Так, еще камера где-то здесь. Сейчас поищем. Блин, уберите вот эти стенды, а? Чего они тут мешаются? И где-то... Вот она пиликает уже здесь. Вот она. Готов. Ой, отряд приехал. Ребятушки, где вы там? Ловите гранатку. Я вас сейчас всех заберу. Репутация моя дорогая, поэтому я никого не трогаю, я просто забираю. Капитулируйте, ребятки.
красавцы. Машинку тоже оставлю. Так, последний остался, но на него мину тратить не хочется, дымоху. Стой, 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 куда это ты там? Что подрывать решил? Я здесь, смотри на меня. Я не столб. Все, забрали чуваков. Камеры обезвредили, уничтожили. Теперь пойдем телефонный разговорчик. Послушаем, что нам там скажут. На важные переговоры прибыл. Что там у нас? А, сейчас будет битва с дезовскими солдатами. Снизьте степень контроля Деза над этим районом до 30, а у меня пока 42. Ладно, окей. Пойдем с преступностью, с наркоманской поборемся. Ребят, здорово. Нюхните дымка. Ух, сколько я сразу сейчас заберу-то, а нифига себе. Успех, бинго. Никто даже мне ничего не сделал. Вот это да, даже никто не пульнул, не стрельнул в меня. По-тихому. Вон там документы какие-то, пойдем посмотрим. И еще где-то дрон летает. Тоже надо отжать. Сколько мы уже осколков-то, кстати, получили? Может, я уже способность какую прокачать могу? Давай посмотрим. Способности к DGB. У меня 6 осколков. Новая способность, вырубающие хедшоты. Требует 7 осколков. Также у меня появились способности, которые для злодеев. Говорили, чтобы я качал еще и злодея, потому что за него тоже там какие-то новые финты будут. Ну, вот они, собственно, и открылись. Как ты можешь видеть, это мощный вентиляционный прыжок, поддув. Поддув это значит повышение числа дымовых стрел. То есть я за раз могу, знаешь, это как из пулемета стрелять ими. Исцеляющие заряды, то есть я буду вампиром, попадая по противнику, исцеляя себя. Что еще есть? Исцеляющее падение. Причем смотри, способности такие, они красные прям. Красные-красные, злобные. Поглощение, нифига себе, казнь. Офигеть, я могу испепелить дзеновского солдата, да вообще любого. Ужас какой. Поглощение энергии. Ну, то есть за злодея, в принципе, можно потом будет поиграть. Интересные у него способности. Вырубание дымовым рывком. О, классно. Давай вот это вкачнем. У меня, благо, есть столько осколков. Ну, собственно, и все. 2 осколка осталось. Их никуда не пришпандоришь. Надо копить больше. Вот вам дымовуха. Сейчас они кашляют. Я подлетаю. Ну, блин, я, по-моему, так умел. Что это за фигня? Я и без этой способности так мог делать. Ну ладно, давай уже с файлами разберемся. Случайно нажал не ту кнопку. Как можно перепутать вверх с низом, а? Вот скажи мне. Боже мой. Ребята, простите, я не хотел этого делать. Разнес крышу здания. Ну, почти. Теперь в ней дырка. Все, давай читать. Злобное задание. А, это надо найти тут кое-что. О, стой, 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 стой. Бах! Прям над нами. Ну что пропускать такое добро? Все, погнали. Где эти данные спрятаны? Кто их куда спрятал от нас? Где-то здесь, где-то вот внизу прям, вот я чувствую. Где-то рядышком. Где-то рядышком. Надо вниз. А куда вниз? Прям вот сюда падаем? Ого. 9-8... Прям вот-вот-вот-вот-вот-вот здесь вот-вот-вот. Уже далеко пошел. Назад возвращайся. Вот где-то здесь. Черт, тут ничего не видно. А, вот они. Давай подрываем его. А, его забрать же надо. Да? Августина тебя ищет. Точно. Чуть из кожи вон не лезет. Вчера был митинг протеста против Деза. Мы подъехали и мигом заземлили всех участников. Замуровали в бетон. Августина пообещала, что отпустит первого, кто поможет найти Делсина Роу. Когда в твои составы впиваются бетонные иглы, ты готов рассказать все, что угодно. И каждый поклялся на могиле матери, что приведет Августину прямо к тебе. Уверен, они все врали. Но все равно, будь начеку. Короче, вот этот чувак, который нам рассказывает всякие истории, он был военным и хотел вступить в ряды вояк. Но его протестировали, и оказалось, что он переносчик. Точнее, не переносчик, а этот. Ну, как мы, проводники. Ну, и его, собственно, забрала вот та дамочка, которая с каменистыми способностями, и начала над ним опыты проводить. И вот он нам теперь рассказывает, что и как. Ну что, осталось 2 побочных задания, потом битва за район, и переходим к сюжету. Итак, здесь нужно где-то отследить нам камеру, скрытую камеру, установленную Дезем. Дезем. Где вы? Ага, увидел. Впалил. Где-то здесь она висит. Где-то вот тут. Вот это вот не она? Нет, это не она.
Но не вижу ее, не вижу. А если ты не видишь, что надо что делать, давай вот так вот. Пока. Шандарахнул наугад и спалил камеру. Теперь нам нужно найти шпиона Дези. Где-то вот здесь вот он бродит. Шпиончик. Сейчас мы его обезвредим. На, видимо, на крышу надо залезть. Оки-токи. Вот сюда. И что за шпион? Покажите нам, кого найти. Вообще изи-бризи. В кепочке вот такой, знаешь, Шерлок Холмс азиатский. Ок. Давай искать. Давай смотреть во все оба наших глаза. Азиатский Шерлок Холмс. Где бы ты мог? Сколько тут народу-то, а? И в каждого же надо вглядеться. Капец. Где ты? Где ты? Кто-то фоткает меня там. Вспышки есть. Копа могу вот так вот, смотри. Опа-да! И другой коп меня тоже хочет повязать. Ну, короче, копы, они как бы и за меня, и не за меня. Если дезовцы подъезжают, то копы их поддерживают и начинают в меня тоже стрелять. Я их поэтому не очень люблю. Где ты? Вот он, вот, это ты! Ага, негодяй какой. Сейчас тебя догоню. Как ты далеко прыгаешь-то? Стоямба! Далеко не убежишь. Ах, черт, как он меня обхитрил. Вон он. Сейчас по жопе тебе надаю. Получил? Я же попал? Не, нифига. Прикинь. Ну куда ты щемишься? Черт, прыгает. Есть. Прыгает, как кузнечик. Значит, все. Эта часть у нас почти под контролем. Осталось только территорию отвоевать. А для этого нужно идти к телефончику. Телефончик, ты мне нужен. Сейчас опять обдурим Дез. Здравствуйте, это Дез. Хотите сообщить о преступлении биотеррориста? Проклятый биотеррорист на свободе! Он просто великолепный художник! То есть, он оскверняет ваши рекламные щиты! Боюсь, это уже тенденция. Мы немедленно займемся этим делом. Ого, смотри, вон они идут, такие крутые ребятки. Хотят меня зафигачить. Но у них ничего не выйдет. Опа-на, это уже не смешно, ребятки. Ловите газовую дымовуху. Будем, значит, цепями воевать. Ой, как больно, ой, как больно. Больно, больно. Сейчас я спрячусь пока на пару минуток. Вот здесь вот повисю. О, отпустила. Ребята, ну что вы. А, кстати, второй раз, когда я позвал дезовцев на отжатие территории, они прислали ко мне вертушку, прикинь. Злыдни какие. Одна вертушка, которая ракетами меня гасила. Ну, там еще подмога была, пару солдат. Но я вертуху быстро из ракет ушатал. И все, территорию отжал. Черт, 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 черт. Так, ребята, ну что вы творите-то? А? Может, хватит вот вам дымовуха? Получится, нет, кого-нибудь там захватить? Походу, нет. Не получилось. Ладно. Я вот здесь вот повисю, ок. Вот так вот, вот таким вот макаром. Да черт, не получается. Уходим, уходим, уходим. Уху! Черт. Нате! Я как огненная макака, неуловимый мститель. Там, кажется, что-то выпало в виде осколка. Сейчас подойдем. Ну иди сюда, каменный волшебник. Вот так вот, все, уделал его, наконец-то. Что у нас здесь? А, дрон каким-то макаром ушатал. Ну здорово. Последний остался. Типочек. Сейчас я тебя тапком прижму, смотри как. Он внизу, да? Он убежал, да блин. Мое суперкомбо не получилось. Да где ты? Наверху, что ли? Черт подери. Он на мосту. Проказник. Здорово. Нет. Все-таки я дал, позволил ему это сделать. Пошел вон с моего контейнера. Битва за район завершена. Чудесно. Все. Теперь три территории под нашим контролем. И это не может не радовать нашу эго. Осталось еще, знаешь, сколько территорий? 5 территорий надо отжать. Но мы займемся этим чуть позже. А сейчас мы бежим к звездочке. И по пути, конечно же, еще прокачаем наши способности. Исцеляющая репутация. Что это? Если вырубить сдавшегося или кашляющего врага, у вас частично восполняется запас здоровья. Ну это скучно же. Не интересно. Давай лучше пепельную ракету докачаем. Теперь у меня будет 5 ракет.
Вся проблема сейчас добраться до звездочки будет заключаться в том, что мне придется пробежать через территории, которые под защитой Деза. Ну вот, собственно, уже КППшечки дезовские. Ой, нет, они сейчас меня впалят. Я просто... Смотри, не впалили. О, я замаскировался под прохожего и вообще без палева. Интересно, через КПП смогу спокойненько вместе с машиной пробежать? Давай, поднимай шлагбаум. Прикинь, обдурил. Я их обдурил. Ну, дальше там запретная зона, я в нее пока не буду суваться. Черт, дезовские тачки меня впалили. Когда я использую свои способности, они меня палят. Ну, ребята, вы сами напросите. Нет, я не буду здесь юзать свои ракеты. Я просто, наверное, отсюда убегу. Бегу. Опа-на. А, так я уже добежал до сюжетки. Как быстро-то? Ничего себе. Юху. Ну что там, братец? Ты мне поможешь, подскажешь, что надо делать? В погоне за светом. Операция в погоне за светом недоступна. Уничтожьте ближайший мобильный штаб Деза перед тем, как начать эту операцию. Да что ж такое-то? Ну что, я подобрался к штабу. И тут, огошеньки, как будет больновато. Тут еще и эти перцы подключаются. А у меня есть вот такая чудо-штука. Ребят, извините, но штаб я вас сейчас раскручу. Да, какая у меня ухмылка в полете. Это просто нечто. Давай сейчас вот так уж бахнем. Будух. Бадах. И все накрыло нафиг. Все, осталось только поднять его. Давай, я смогу это сделать. Давай. Шандарахай. Бей его. На изи, блин, чуть-чуть. Давай. Поднимай. Не дрейфь. А, не даете, негодяй, да? Вот вам, значит. Чертовы негодяй. Сейчас подлечимся. А, нет, я же не прокачал. Посмотрите, куда ты побежал, стопэ? Ребят, ну что вы? Я же за дружбу. Я как кот Леопольд. А вы? Давайте жить дружно. Похари всем натолкал. Черт, они еще вверх поднялись. Стой, пупсик. Ты хочешь сдаться? Так давай я тебе помогу. Я... Что ты там стреляешь? На тебе дымовуху. Держи. Да черт, он убегает с нее. Да получай тоже подрыв. Ты мне, я тебе. Наши ракеты встретились. Нет, не убежишь ты от меня. Каменная ты фигня. Да что ж такое-то? На тебе бомбочку. Занюхни. Давай. Есть. Забрали. Че, битва на крыше, да, у нас походу будет? Давай еще раз попытаюсь подорвать эту штуку. Да, поднимай. Еще пару ударов. Да что ж такое-то? Иди сюда, козлина, бесять. И руки поднял такой. Я сдался, не трогай меня. Может, это, кстати, не он стрелял еще. Все. Никаких кретинов тут больше не будет, которые будут мне мешаться. И, конечно, навалом внизу, но надеюсь. Давай, запрыгивай. Еще пару ударов и все. Но... Ты что натворил? Кто это? Покажите мне этого имбецила. Вот постоянно так. Куда ты щемишься? Стой ровно. Я с тебя курицу гриль сделаю. Что-то я не попадаю по нему, да? Да, походу. На гранату. Точнее, ракету. Отхватил? Ну, вроде, наверное, да. Поднимаем. Ну же. Наконец-то. Я теперь с Багуин. Ура. Фух. Что-то у меня усы вспотели. От всей действия. Мобильный штаб уничтожен. Ну это же прекрасно. Сейчас осколочки пособираем, повоюем тут немножечко. Блин, как вы меня достали со своими бомбочками каменными, а? Есть же обычные люди, а вы тут выпендриваетесь. Хотя я тоже выпендрежник. Блин, знаешь, в чем прикол? В том, что мы не в том районе штаб бомбанули. Черт. Нам-то нужен вот этот штаб, который на отеле находится. Вот это фиаско. Вот это да. Взлетаем наверх. Где этот штаб? Штабовский. Я его не вижу. Ты видишь штаб? Куда они его затолкали? Ну, кстати, наверх, на крышу машину поднять, это, конечно, нечто. Где-то должна быть антенна. Видимо, антенну нам надо бомбануть, да? Ой, надо давай вот. Бабах! Есть одна бомбанулась. Теперь вторая нужна. Вон она. Лови. Ай-яй-яй, снайпер. Снайпер негодяй. Разрушил всю конструкцию, и снайпер упал вместе с ней. Теперь осталось понять, где у них этот штабчик стоит. Но мне кажется, что его тут... А, вот он. Вот ты где.
Бабах! Подрываем все это дело. Черт, турели. Турели здесь. Давненько их не видел. Уходим, уходим через шахту. Вон туда. Штабовский, я иду. Опа! Еще разок вот так вот. Ну, в принципе, это была ненужная вещь. Потому что штаб уже еле-еле... Стой. Уходим в вентиляцию. Ой. Пронесло. Все, народ сдался. Дедовские солдаты поняли, что бесполезно против меня идти. Сейчас еще вот этого тоже поманем. Давай, поднимай эту фигню. Надеюсь, мне в этот раз никто не помешает. Да! Штаб уничтожен. Шо, ну шо, теперь-то можно сюжетку продолжить, пожалуйста? О, он теперь знаменитость. Маляр. Ха, ну надо такое придумать. Да, я слышал. Может, не будем говорить слово на букву «Б»? Какое? Бьютер... Ну да, это слово придумал Дес, чтобы люди боялись проводников. Вот. Можешь называть этого типа как хочешь. Давай найдем его и выясним, что он знает про Августину. И заберем его силу. Хорошо, отлично. И заберем его силу. Ведь должно получиться. Слушай, только что нашли труп на углу 5-й и Брайер. Проверь. Но обещай, что не будешь привлекать к себе внимание. Ладно, братец, я постараюсь. Я постараюсь. Так. Люди, отойдите, пожалуйста, чтоб я никого не задел. Мне нужно... Черт подери. Мне нужно просто сломать вот эту штуку. Вот так вот. Никто не пострадал, надеюсь? Слава богу. А вот вас я сейчас освобожу. Выходите. Все, бежим теперь. Блин, тачка приехала. Сейчас побежим искать этого биотеррориста. Похожего на меня, но только я-то добрый. Слушай, Делсин, на месте преступления будут копы, понимаешь? Не дезовцы. Я, конечно, за тебя, но убивать копов? Я понял. Перейду в режим оглушения. Черт, Камила. Камила меня спалила. Откуда? Где? Так, копы мне будут мешать, да? Значит, мне надо сделать вот так вот. Ой, их тут вообще много. Очень много. Ребятки, знали бы вы, что я за вас. Ну вот и сладенько. С копами почти разобрались. Один куда-то сбежал. Сейчас. Чтобы он подмогу не вызвал, надо его догнать. О, сколько у вас там, а? А чего у вас так много-то? Ребят, откуда вы тут появились в таком количестве? Я вас не видел. Так, всем лежать, не двигаться. Я просто вас обезоружу. Вот и чудно. Еще один он там. Что такое? Ну почему со всеми нужно ути-пути? Никто не понимает, что нужно лечь и не двигаться. Я сейчас тут сам разберусь. Так, это мирный житель, я понял. Еще? Они вокруг вообще этого здания. Они окружили его. Мне придется со всеми вот так вот разбираться. Смотри-ка. Так, я сделал, как ты хотел. Твои приятели целы. Спасибо. Хотя зачем суперсилы, если их не использовать? А, узнаю младшего братца. Вот это прикольно тут. Так, я нашел жертву. Работа проводника. Очень впечатляет. Так, ты должен сделать пару снимков места преступления и отправить мне. Поищем зацепку. Ну ладно, давай сфоткаем. Вот тебе раны. Сейчас, подожди, надо подальше отойти. Какой силой это сделали? Огненным взрывом, лазером?
О, смертельным взглядом, разъедающим плоть. Да, от такой силы я бы и сам не отказался. Делсин. Блин, я хотел с другого ракурса еще снять. Проводник первого уровня, неизвестно, передается ли его способность. Ну, если передается, я сразу прибью того, кто придумал кликуху маляр. Братишка, да успокойся ты. Че, еще фоточку сделать? Давай. Без проблем. Высылаю фотку, но кажется, он моргнул. По-моему, он уже все. Не может моргать. Погоди, там вроде сирены. Сейчас проверю. Так, Дес только что поставил там кордон. И предупредил полицию. Ищут проводника. Я проверю. А мы типа не проводник, да? Черт. Давай, попади в меня. Последний шанс. А нет, не последний. Так капец. Я ж достану тебя. Давай обратно. Куда он? Наверх полетел? Ай. По трубам давай, попробуем. Ну, за трубу-то цепляйся, ты же умеешь, я ж знаю. Что-то похоже. Вот, вот, давай, полезли. Как обезьянка. Всему учить надо. Нам теперь нужно идти за лупой. Она вон там нарисована на карте. Окей. Скорее всего, там полно людей Деза, которым приказано стрелять на поражение. Ух ты. Прости, что прерываю эту вдохновляющую речь. Ты первую жертву опознал? Нет, ничего. Этого человека нет в базе. Хм, а ведь такой, как будто у него как минимум пара приводов за наркоту. Тут где-то вертушка летает. Обалдеть. Вон она. Ничего себе. Ничего себе. Но мы ее трогать не будем, наверное. Хотя... Ладно, пофиг, мы летим туда, к лупе. Она сама к нам прилетит сейчас. Вертукан. Можно, в принципе, ее обезвредить. Но она в такой толпе дезовцев, что лучше, наверное, это не делать. Я лучше осколочек соберу, да и все. И пойду мирным путем. 14 осколков. Ладно, давай посмотрим, что по талантам. Может, что получится вкачать. Вырубающий хедшот. Некоторых противников можно мгновенно вырубить, попав им в голову дымовой стрелой. Это повысит вашу репутацию героя. О, ну давай. Вкачаем. Что-нибудь еще есть? Ну и исцеляющая репутация, конечно же. И носим все. Пока что. Больше нет у меня способностей. Все пока что прокачано. Нужно достичь нового уровня. А мы уже у лупы. Где-то здесь... Биотеррорист. Ты был прав. Здесь полно людей Деза. Ловят того парня. На карту поставлена их репутация. Ну да, моя тоже. Надо как-то потихонькому тут со всеми разобраться. А то их вообще вагон. А где, в кого они стреляют? Походу в меня уже начинают стрелять. Ну чё, будем разбираться тогда. Как умеем. Пошел с моего этажа. Снайпер-ракетчик. Вот первым делом надо их истреблять. Они так больно лупят. А, нет, это просто снайпер был. Народу тут, конечно, вагон. Ого, ого, нифига себе, как тут красиво. Нет, держи проводника. Ну, флаг вам в руки. О, каменный челик. Мы с таким уже дрались. Ой-ой-ой-ой, уходим, уходим, уходим. Давай-ка лучше сверху. Так более тактичнее будет и безопаснее для меня. Где народец? Кто хочет отхватить мои цепочечки? Получил. Знаешь, как мы сейчас сделаем? Мы сделаем сейчас вот так вот. Потому что там перец в каменной броне и с машинганом. И надо бы его истребить. Надеюсь, я попаду ровно в него. Где ты? Где ты, где ты, где ты? Вот он. О, как он подлетел, но он живой. Живее всех живых. А кажется, он машинган свой выронил. Все? Разобрались. Минус один крепыш. Да, исследуйте новое место преступления, чтобы найти улики. Да, у этого проводника есть свой стиль. Этакий злобный Зорро. Так, мне нужны... Я в курсе, лицо и раны. Ну, если это не трудно. Изи. Лицо. Вот, лови, раны сейчас будут. Не нужно, я нашел по лицу. Это наркодилер. Длиннющий список обвинений. Поищи его товар. Может, он наведет нас на след снайпера. Ну ок. Товар. Где может быть товар? А, так вот, он лежит.
Ах ты! Чисти, не чисти. А, вон он, что, где лупит. Ты? Что? Делсин, ты как? Я нашел снайпера, иду за ним. Будь осторожен. Не банальный совет. Что это за фигня была? Я сейчас к тебе приду. У него что, лазерные глаза, что ли, или что? Что ты делаешь там? Спокойно, спокойно. Я один из вас. То есть, один из нас. Какие у него следы остаются? Это девочка, что ли? Да стой ты! Я ничего тебе не сделаю! Особенно, если не догоню. Понял. Сейчас догоним. Не проблема, не вопрос. Почему я такой медленный? Все такие быстрые, шустрые. Стой! Вернись! Ну и катись себе. Догнал? Нет, он удрал. Быстро. То есть очень-очень быстро, как проводник. К черту смертельный взгляд, хочу суперскорость. А не лопнешь? Вот что странно, перед каждым выстрелом неоновая вывеска за ним слегка тускнела. Наверное, это источник энергии. Вернись туда и посмотри. Ну ок, сейчас вернусь. Я здесь, вот она, эта вывеска. Ну, тут все говорит об одном. Это не снайпер, а снайперша. То есть как? Да это сразу понятно. Это самая девчачья снайперская позиция на свете. В каком это смысле? Не знаю, просто девчачья. Девчачьи шмотки, имя, бренд, выжженное на стене, красивым почерком. И в конце концов, это логово убийцы очень приятно пахнет. Понял, ладно. Пришли мне фотки всего, что покажется важным. Блин, это, конечно, глупо делать свое жилье на месте преступления, да? Очень глупо. Вон там вот преступление совершалось, а тут она живет. Да. Ну, хорошо. Допустим, она только начала свою карьеру, поэтому немножечко не понимает, что да как. Давай сфоткаем все, что мы тут нашли. Вот это да. Серийный убийца читает Джейн Эйр? Джейн Эйр – это над пропастью во ржи для девочек. Ну, теперь понятно, что это женская обувь. Да, у них минус первый размер. Хм, минус первый размер. Ну, это точно, скорее всего, принадлежит женщине. И я так решил. А кто такой бренд? Понятия не имею. Ну, еще что-нибудь есть? Сейчас поищу. Ну, это определенно зацепка. Чего, чего, какая зацепка? Что, ну вот это? О, нифига себе, смотри. Офигеть. На пол здания и на пол картона. Да, это зацепка. Шансы невелики, но я все-таки параллельно пробью по базе имя бренд. Вдруг повезет. Знаешь, если бы у меня были дым и лазеры, я мог бы устраивать шоу прямо в гостиной. Ха, хоть какая-то польза была бы. Ну чё, теперь нам ждать нужно, да? Знаешь, Редж, я тут думал про ее лифчики. Не надо. Не надо думать про лифчики. И я вот встречаю в гостиную такое пуф-пуф дымом ей в рожу, а потом такой пиу-пиу лазерами по заднице. Хороший план. Слушай, есть совпадение. Имя Брент Уокер. Арестован 2 года назад за хранение наркотиков. И еще. Через 2 месяца его труп нашли в переулке. Причина смерти – ранение в грудь неизвестным колющим предметом. Высылаю тебе адрес. Да, у нашей крошки реально зуб на дилеров. Похоже на то. Странно. Если она расправляется только с дилерами, почему в новостях говорят, что она убивает всех подряд? Типа, кто под руку подвернется? А что странного? Ну, по уму, Дес упирал бы на то, что жертвы не были случайными. Чтобы законопослушные люди не дергались. Так паники было бы поменьше. Ты хочешь сказать, что Дес пытается напугать людей? Их задача пресекать панику. Блин, спалили прям вообще. Как я не заметил эту машину? Мы на месте.
Куда нам конкретно? Прям внутрь здания? Я в переулке, но тут какие-то бандиты с пушками барыжат наркотой. Не хочу читать тебе нотации, но долг каждого сознательного гражданина в подобной ситуации вмешаться. Значит, теперь ты хочешь, чтобы я убивал своей силой? Я не говорил убей, просто всыпем, напугай и уничтожь товар. Ну, как будто впервой. Дел, ты не слышал выстрелы. Ты их убил? Я пытался исполнить гражданский долг, а они свой преступный долг. Ворота в переулок заперты. О, на заводе тебя это не остановило. Легко. Черт. Можно же вот так вот сделать. Чё-то затупил. Ого. Редж, ты бы это видел. Наша попрыгунья спец по граффити. Первоклассный. Да, только не забывай, что она еще и киллерша. И тоже первоклассная. Да уж, деваха не промах. Так, сейчас нам нужно все улики зафоткать. Лучше не оставлять зажженные свечи. А то что, сгорит все? Да тут плитка везде. Алтарь, как мило. Это даже трогательно. Ну да, только трогать можно по-разному. А вот и главная достопримечательность. Ух ты, а это уже диагноз. Значит, она покупает рыбную похлебку в ресторане, приносит ее сюда и ужинает тут на пару с неоновым брендом. Знаешь, на Аляска Вэй есть рыбный ресторан у Олафа. Там самая большая неоновая вывеска в городе. Если бы я питался ухой неоном, там бы и зависал. Ну, я пошел. О, рыбный рейстик. Мы сейчас пожрем нормально хоть. За столько времени. Операция завершена. В погоне за светом. Я прибыл. Я у ресторана вроде бы. А тут пикет. Подожди, это разве ресторан? Это же рынок какой-то. Давай спустимся, посмотрим, что тут у нас. Эй, мистер, подпишите петицию в поддержку борьбы с наркотиками. Надо что-то делать, а то вся молодежь будет как Проныра Уокер. Проныра Уокер? Она была наркоманкой, а потом стала биотеррористкой. Все из-за этой отравы. Нам нужна ваша помощь, чтобы очистить улицы от этой грязи. От грязи? Эй, вы либо с нами, либо против нас. Короче, я могу срывать протесты и становиться злодеем. Что это за книжка, ну, в которой написано, кто из вас без греха, первый брось камень? Радикал. Ух ты, я поражен твоей выдержкой. Ну, может, все-таки подождешь рядом с вывеской, а? Там ты привлечешь меньше внимания, а она рано или поздно придет туда подзарядиться. Да, и там наверняка меньше людей, которым хочется надрать зад. И это тоже. Кстати, это была Библия. Я цитировал Библию. На случай, если ты не понял. Я понял. Спрячьтесь у вывески ресторана у Олафа и подождите Проныру. Фух, ну, хоть так. Просто я сейчас играю все-таки за Добриша, поэтому не хотелось бы срывать митинги всякие. Можно было бы им дымовую бомбочку туда бомбануть, и они бы разбежались, как мышки. Теперь надо где-то спрятаться. А что тебе не нравится на этой вывеске тусить? Слишком палевно, что ли? В коробку давай спрячься. Да, всю жизнь мечтал. Шпион в стиле бомжа. О, как пахнет. Почему я не забрала деньги у тех дилеров? Деньги, не бойтесь меня. Давайте дружить. Идите ко мне. Будем вместе. Вот и подцепили от девочки-неончика. Какой я крутой. Я теперь, наверное, нереально быстрый. Стоять. Я тебя сейчас догоню в этот раз. О-хо-хо-хо. Опять, что ли? Как в тот раз, Делсин? Соберись. Это же скорость света. О, нет-нет-нет, ты не уйдешь. Только не от меня. Я бегу. Так, а как ускориться?
Понятно. О-хо-хо-хо! Круто! Давай! Давай! Ничего себе, вот это я понимаю. Мы как Флэш. Ё-моё. Блин, она так быстро прыгает, я так пока не умею. Я только по прямой гоняю пока что. Ты умеешь бегать по стенам? Офигеть. Удерживайте, чтобы... Ну-ка, пробуем. Ха-ха, круто. Глазам не верю. Офигенно. Так, а куда она убежала-то? Вон туда нам. Единственное, только я привык всегда... Ой-ой-ой-ой. Летать. А тут я теперь бегаю просто без границ. Куда хочу, туда и бегу. Вот, я упал. Она тоже, кстати, упала. И запрыгнула наверх. А как мне тоже так прыгать наверх? Хочу наверх. Пока так, видимо, не умею. Еще не все способности открыл. Они это заслужили. Блин, мне это очень нравится. Классная способность. К огню я просто уже привык. Ай-яй-яй, давай по стеночке. Там еще осколки, блин. Видишь, в чем прикол? То, что я не бесконечно могу бегать в этом неоновом свете. Он кончается, и приходится подзаряжаться, как будто, ну, знаешь, выносливость восстановить. Я доведу дело до конца. Да ради бога. Я могу использовать только одну силу? Это нечестно. Да, это нечестно. Гляди, как я по стенкам прыгаю. Хоп, ну и хоп. Скорость. Внимание, Проныра убегает. Да я бегу за ней. Я здесь, вот, я тут. Пополнить неоновую... О, я с вывесок неоновой сил пополняю. Ничего себе. Круть. Даже не щекотно. Давай наверх. Успокойся, ты слышишь? Расслабься. Назад, я не вернусь! Не трогай меня! Чё творит-то, а? А как мне шандарахнуть? У меня цепи неоновые? А, джедайский меч теперь у меня. Прикольно. Теперь цепи неоновые. Надо от неё убегать, убегать. Сейчас мы её бомбанём. Надо просто её подловить. Ух ты ж, блин! Сейчас могу и сдохнуть нафиг. Убегаем. Дайте мне лазеры, я тоже их хочу. Осталось неоновых вывесок. А, мне их поглотить просто нужно или что? Так, сейчас мы это сделаем. Хорошая новость, ей негде заряжаться. Плохая, не тяну. Какой класс! Не пытайся меня убить, и тогда реклама пива еще немного поживет. Внизу вроде бы все, теперь нужно наверх. Блин, у нас своими неонами фаерболами стреляет. Так, сдрисни отсюда. А ну пошла вон. Воу-воу-воу-воу-воу. Убегай давай. Сейчас я вот эти вывески тоже заберу. Да что ж такое-то? Лупит по мне очень беспощадно. Слушай ты, я не работаю на Августину! Ты ее робот, как и остальные. Сколько тебе раз? Подожди, они реально роботы? В смысле роботы? Ты чё? Вроде как люди ж были. Мне просто нужны твои способности. Не трогай меня! Так, где еще вывески? А, вон там, вот вижу. Ну все, тебе скоро хана. Последняя вывеска осталась. Она сюда прибежала. Успею забрать, нет? Черт, она стреляет, стреляет, стреляет. Давай, 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 Саша. Высасывай. Еее. Эти способности вы же есть. Удивите меня. Нажмите R2, чтобы выстрелить неоновым лучом. Вот это мне пригодится. Наконец-то. А теперь я в тебя постреляю. Че, приятно тебе? Мне вот неприятно было, когда ты в меня стреляла. Хватит, кричит она. Противная девка. Черт. Получай.
Готово! Пульнул в нее последний снарядик. Ну че, девочки с рваными колготками? Никогда не думала, что окажусь одной из них. Моя сила стала для меня открытием. Родители меня сдали. Они понимали, какая участь меня ждет, и все равно вызвали копов. Я не знала, что делать. Но мой брат Брент просто схватил наши куртки, и мы сбежали. Это было трудное время. Мы скитались по городам без гроша в кармане. А потом мы встретили дилеров и попробовали наркотики. О да, с наркотой мы обрели рай. Но нам все время было мало. А ломки были ужасные, настоящая агония. И когда тебе нечем ширнуться, когда ты начинаешь думать, что у тебя украли заначку, из-за наркотиков, из-за боли можешь совершить такое. О, боже, Брент, я... После этого меня сцапали без особого труда. Но я попала не в обычную тюрьму. Меня учили стрелять, учили убивать. И когда я сбежала, я пустила все эти навыки в ход. У меня было все, чтобы свершить месть. Брент, обещаю, у каждого встреченного дилера я выжгу на груди твое имя, чтобы больше никто не страдал, как мы. Я положу этому конец. Делсин, ну ты живой? Что это было? Ты молодец. Молодец, брат. Ну-ка, вставай. Вставай. Ничего. Ты молодец. Я знаю, куда упрятать эту дрянь. Там Августина ее точно не найдет, и она уже больше никого не тронет. Нет. Она борется с наркодилерами. Борется? Делсин, да она их просто убивает. Ну а я что делаю с Дэд? Тебя вынудили! Ты спасаешь свой народ! Нет, оставь ее. Нет, ну уж нет! То, что у тебя с ними общая болезнь, а не дар, не значит, что мы собираемся водить дружбу со всяким сбродом. Так, я пойду с тобой до конца, ты понял? Но ей... Место в клетке. Выбор. Склоните проныру к добру. Конечно же, к добру. Пускай живет девчонка. Научите проныру контролировать свои силы, а заодно очистите Сиэтл от наркоторговцев. Ну а что, плохо, что ли? Научим, конечно. Она под моей ответственностью. Ага. Только ответственность не то, чем бы ты мог похвастаться. Разберусь. Ладно. Я сюда приехал не биотеррористов ловить. Я проводник. Ничего, он нормальный, просто не в духе. Ага. Поговорим. Да уж, наверное, нужно. Я тебе все-таки жизнь спас. И свободу оставил. Итак, операция завершена. За пронырой. Ну что, это было невероятно круто. И у нас появились новые способности. И мы их будем раскрывать в следующей серии. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующей крутой серии. Увидимся, кстати, в ней. Так что до встречи.